Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олаха. У нас 16 день и 30 рун я забираю. Отлично. Так, это все закрываем. Беззубик, ну-ка. Ага. Угрюмое море. Так, вывести, кто это у нас будет? Это Гроза Морей. Ну, так как он у нас есть, поэтому я, ребят, его отпускаю. Удачное вышло путешествие, Беззубик. Мы нашли то, что искали. Угу. Икинг, Астрид, мы здесь, чтобы вам помочь. Я знаю, вы двое не разговариваете друг с другом. Правда? Икинг, мы с тобой что, не разговариваем? Мам, ты что-то напутала. Мы сейчас отправляемся на пикник на остров Гибельный Рай. Готова, Астрид? Готова, вождь. Видишь, Валка, я же предупреждал. Нам, старикам, не понять эту молодежь. Хвала богам, все разрешилось. И я лучше займусь обучением титанов. Точно, вот займись ты лучше обучением титанов. Что ж, Икинг, времена года сменят друг друга, так что пора за работу. От этого никуда не денешься. Возможно, тебе не сказали, но я вождь Олуха. Я могу избежать работы, если захочу. Верно, только не привыкай к этой мысли, не забывай, кем ты был до того, как стать вождем, Икинг. А теперь хватай молоток и зубило и отремонтируй зал совета. Дай угадаю, ты бы рад помочь, но у тебя много работы. Верно подмечено, вождь. Смотри, не перетрудись, ладно? Хорошо, что я так и планировал улучшить зал совета. У меня большие планы. Так, ну что, мы с тобой улучшили, поэтому забираем. Смотрится замечательно, Икинг, просто замечательно. Я бы мог побриться, глядя в этот отполированный гранит. Правда, лучше я оставлю свои огромные усы в целости и сохранности. Хорошо, я немного расширил главный пировальный зал. Теперь мы можем даже устроить там пирушку. Пирушку? Какую пирушку? Твой отец не очень-то любил пирушки. Как вождь Олуха, я объявляю пирушку в твою честь, плевака. Звучит неплохо. Привет, плевака, чем занят? Да знаешь, всем по чуть-чуть. Помощь нужна? Я уж думал, ты никогда не спросишь. И если улучшение построек не интереснее, чем пирушки, то я ничего не понимаю в развлечениях. Дровница и лохань для рыбы стали гораздо больше, но пирушки все же веселее. Пиры случаются не так часто, а вот построить что-нибудь на Олухе можно каждый день. Слышала, молодые викинги Олуха работают не покладая рук, чтобы подготовиться к пиру в твою честь. Ага, честно говоря, мне не очень нравится весь этот шум по ночам. Во время драконьих налетов я и то больше отдыхал. Ну, мне кажется, быть в окружении молодежи довольно здорово. Это почти как быть в окружении детей нашей драконов. Ага, в окружении детенышей жутких жутей. Плевака может быть еще ворчливее, чем ворчун, когда дело касается пирушек. Астрид, как продвигается подготовка к пиру? Спроси у Икинга, он за все отвечает. Пойду его и найду, уверена, ему нужен мой совет. Я пришла, чтобы дать тебе материнский совет, сынок. Думаю, Академия Драконов – идеальное место для пира. Пир? Что? Кто вообще говорил о пире? Знаешь, мама все, всегда все знает. Возможно, но не все. Отличная работа. Академия выглядит потрясающе. Плеваке, наверное, даже понравится. Мне нужно подготовить для пира кое-что особенное, но мне нужна твоя помощь. Дело непростое. И почему меня это не удивляет? Икинг, куда ты? Я думала, ты занимаешься подготовкой пира. Занимаюсь в некотором смысле. Мама хочет, чтобы я набрал корзину чешуек ветродуя. Чешуек ветродуя? Она хочет использовать их в качестве изысканных тарелок. И я вернусь так быстро, как только смогу. Изысканный. Это не совсем в стиле плеваки, но, возможно, мама права. Нужно постараться, чтобы пир вышел на славу. Так, поищите ветродуя в штормовых руинах и поищите снежного призрака на охотничьем острове. Так, давай-ка мы вот этого, наверное, попробуем поискать. Пускай летит. Бесплатно. Так, ну, а мы с тобой соберем
все ресурсы, которые у нас тут наши дракончики уже насобирали. Так, здесь что у нас? Опа! Плод мудрости выпал. Ну, ты-то, наконец, будешь у нас титаном или... Нет? Ни в какую не хочет, ребят. Ни в какую. Я уже не знаю, ребят, сколько он попыток сделал, и все равно не хочет. Ладно, эти пускай тут добывает. Ну, что вы мне тут принесли? Бесплатно. Так, ты мне что даешь? Яйцо. Ну что, продолжить, конечно же. Лечебница и бесплатно. Кривоклык. Что ты мне принес? Заколку. Так, позаботиться о яйце бесплатно. Все бесплатно, ребят, я не буду тратить здесь руны на эти все задания, сам понимаешь почему. Так, ветрокрыл. Красавчик, давай дальше. Упс. Подожди, нехватка древесины. Ага, есть. Древесинка у меня есть. Так что лети. Не прохлаждайся. Так, и заберем с тобой тогда янтарь уже здесь. Три штучки. Есть у нас? Нету, пока нету, не накопили. И проверяем дальше свои владения. Так, здесь у нас вылупился крылатый ужас. Да. Так, а он же у нас есть. Да, мы его отпускаем. Смотрим, что у нас тут. Лопатку, лопатку я заберу. Так, эти у нас. Так, ты пойдешь у меня прокачиваться дальше в титана. А этим повышаем уровень. Мечекрат и шипотень. Все, пускай летят, обучаются. Ну что? Весночес. Да вот шиш там. Ни в какую, ребят. Ни в какую он не хочет у меня тоже прокачиваться. А, нужно расширить святилище. Конечно же, я же занял его только что. Я его только что занял. Так, эти пускай все летят. Че ты тут прыгаешь-то? Лети, говорю. Так, а ты? Ловушка-лом. Новая способность. Так, ну что, он уже может потихонечку добывать древесину. Ты полетишь за древесиной. Тут-то у нас что? Ага, это у нас свеженький, да? Сладкая смерть. Новоиспеченный, так скажем. Ну, эти добывают вообще крохи, если честно. В плане. Модификрылка до сих пор еще получает уровень. Да, она очень долго, кстати, прокачивается, я заметил. У нас что получается по... Подожди-ка, по академке. Еще одно свободное место есть. Кого бы мне туда, блин, отправить? В академку, на прокачку. Кого отправить? Блин, да ладно, никого не могу отправить, что ли? Никого нету? Такого быть не может. Может быть, тебе? Крылатый ужас. Лети. Потренируйся, малька. Так, ну что, мы с тобой открываем бесплатно пак. Монетки Одина. Злобный змеевик. Так, немножко ресурсов. И, наверное, все-таки я открою рекламный, с вашего позволения. Монеты Одина 6 штук. Ну, а здесь кревет, душитель, змеевик. Окей. Так, надо посмотреть наших легендарных. Спасибочки. Дальше продолжаем поиск. Где у меня там зеленая смерть? Треску притащила, да? Ну что, у нас пак, я смотрю, созрел на открытие. Ну-ка, что нам из него выпадет? Громель, кревет, громобой, громобой-защитник и громгильда. Окей, неплохо. Кстати, погоди-ка секунду. Блин, мы же с тобой хотели прокачать. Он у меня уровень-то получил или нет? Так, ну-ка вернем его. У нас есть еще место в академке?
Что-то не хватает рыбы ему, да? Забрать. Ох, вот оно как. А у нас тут сидят уже, да? В общем, друзья мои, нам надо будет дальше прокачивать, получается, шторморезы. Но, насколько я помню, то в академке, точнее, на нашей ареновской... Так, подожди секунду, я проверю. Вот он, да? Да, могу улучшить. Слушайте, друзья мои, 16 разряд получает у нас шторморез. Это круто. А чтобы поднять ему следующий уровень, нужно 3500 карточек. Ты понимаешь? 3500. Оу. Это жестко, конечно. Это ж сколько я буду копить на следующий левел. Ладно, забираем с тобой янтарь пока здесь. Тусклый. Выпадает нам 5 рун. И самое главное, конечно же, это вот эти листочки. Листочки — это вообще шик. Так, отправить 2 дракона в приключение. Так, в приключение. Тут у нас получите в схватке 500 трофеев. А тут победить стремительных драконов в схватке. В принципе, ребята, если вот эти вот выполнять задания, то можно еще быстрее как бы ускорить процесс получения наших листочков. Сколько у нас сейчас в данный момент их? 4600. 14 дней осталось. Блин, ну есть шанс получить. У нас еще сегодня событие, не забывай, сейчас мы посмотрим. А, нет. Нет, друзья мои, я-то думал, что мы сейчас 3 часа 20 минут. Ё-моё, вот это я лопухнулся на самом-то деле. Только лишь через 3 часа. Ну, слушай, у нас в данный момент у меня время сейчас 2 часа. В принципе, перед работой я могу зайти туда, да? Потому что сегодня я работаю в ночь. И это, тогда давай сходим пока на арену. Сделаем с тобой здесь, набьем пак и, пожалуй, откроем пак вождя. Ну, чтобы не просто так я пришел, все тут похимичил и ушел. Хоть что-то сделаем. А потом, естественно, я уже, как говорил, через 3 часа зайду в игру. И зайдем с тобой в это событие. Поиграем там чуть-чуть. То есть я успею, должен успеть. Единственное, что серия выйдет уже не в сегодняшний день, а только лишь на следующий. Так, подожди, мне вот это что-то не нравится. Надо, кстати, проверить, как у нас шторморез прокачанный будет бомбить. Я пока вижу, что он фейлится. Сейчас ему хана, нет? Нет, пока еще не хана. Эти гаденыши рады будут стараться его уничтожить, поверь мне. Сейчас вот добьют. Аджичар, я даже не успел, ребята, его протестить. Оу-оу-оу. Тихо. Так, мы можем, знаешь, что сделать, наверное? Так, фиол против... Вот, зеленый против фиолов, нормально. Поехали. Атакуй своего напарничка, отлично. Сейчас я доиграюсь, они прижучат меня здесь. Да, сделаем вот так вот. Уничтожать своего кореша. Ну, а мы в свою очередь будем уничтожать уже тебя. Так, давай-давай укус. Ну, чего ты там задергался? Все равно на тебе слепота висела, так что ничего бы не сделал бы. Давай еще продолжим. Я просто хочу Барсика сохранить. Не хочется мне, чтобы он погибал. А видишь, этот атакует. Ну что, укусик? Ну, в принципе, все. Сейчас Барсик его добьет. Отлично. Так, а здесь у нас шторморез. Ага, крылатый ужас и скалотряс. Ну, естественно, начну я со скалотряса. Всем понятно, почему именно с него. Уж больно он лютый. Именно со своим двойным укусом, вот с этим имбовым. По-другому не назвать. Так, сейчас они будут, да, ходить вдвоем. Оу, Барсика мы, по ходу дела, потеряем. Хотя не факт. Отлично. Так. Переключился, да, значит. Тогда получи.
теперь давай, наверное, сюда укус сделаем. Но этот все со своим замедлением. И, кстати, он помимо замедления, он еще и делает пониженную нам атаку. Вот такой вот он пройдоха. Да что ж так вы... Ага, и до этого добрался, да? Понизил нам... Он, смотри, и атаку понижает, и защиту. Вот тебе и... Смертушка. Так, хильнемся чуть-чуть. Отлично. 276 единиц здоровья мы с собой восстанавливаем теперь. Все, победили. Опачки. Так, Громыль, Шпарез и Пристиголовый. Вот скажи, зачем я начал этого бомбить, а? Давай, наверное, вот так лучше сделаем. Потому что этого мы запаримся пробивать. Он зелень. Это категория стражей. Твою налево, уже Барсика практически распетрушили. Всего. Сейчас это еще будет стараться. Ну, естественно. Хотя бы так. Хотя бы, ребята, так. Ну, и теперь Пристиголовый. Потому что это у нас огнеплюй, насколько я помню. Вот. Вот он и сделал нам подарочек судьбы. Твою налево. Этот огнеплюй. На тебе. Так, понижаем здесь защиту. Сейчас полетит в нас фаербол. Вот, поверь мне. На. Еще творит. Так, а мы с тобой захиляемся тогда. И добьем. Вот так. Ну что, получаем с тобой пак вождя. Крылатый ужас, шепот смерти, костолом, древоруб, громобой защитник и грозокрыл. Ну и как ты видишь, нам выпали обычные паки. Да. Заберем сейчас с тобой здесь награду. 10 рун. Ну что, и ждем тогда, получается, сколько нам? 3 часа 13 минут. То есть через 3 часа увидимся и продолжим. Ну что, друзья мои, вот и прошло время. Как говорится, событие открыто. Угроза, парящий сюрприз. 5 дней, судя по всему, это событие будет очень длинным. Да, я был прав, оно у нас длинным. Так, а листочки? Листочки у нас тут будут? Будут, 250 всего лишь-то. Ладно, давайте, друзья мои, пойдем. Пойдем по-быренькому. Потратим с тобой 5 энергии, и на следующий день нам придется не перепроходить, а допроходить. И то неизвестно, хватит ли нам. Так, ну что, змеевик, лыбишься? Получил? Лыбится он мне здесь. Опа, в ответочку, на. Ну а ты чё, фаербол, нет? Нет. Окей. Так, понижаем защиту. Уничтожаем. Дальше кусаем. А вот сейчас будет что-то большое, но... Так я и думал, фаербол, естественно. Так, ну здесь две волны. Отхиливаемся. Атака. Дальше кусаем. И добить сможем? Сможем. Здесь прошли. Так, опять змеевик. Я вижу, тут водорез у нас притомился, бедолашка. Надо его уничтожить, потом возьмем ужасное чудовище. Подожди, это кривоклык, по-моему, да? Точно, нет. Это ужасное чудовище. Кривоклык огнем не стреляет. Так, давай, наверное, отхилимся. Плюс кусанем. Сейчас кому-то будет больно. Ага. Как всегда, нашему барсику не везет. Да вы заколебали, они двое. С усиленной атакой, нехило. А если вот так сделаю, а? Все? Да выпендривался. Так, да что ты, ё-моё, змеевик. На, это раз. Что ж, затрепыхался, я смотрю, да? Ну, друзья мои, авансом тут уже победа. Все. Крутим колесико наше удачливое, где мы получаем с тобой 25 миллионов древесины. Ладно, фиг с ним, древесина нам пригодится. Мы все-таки с тобой ветрокрыло отправляем постоянно на поиски железа, а он требует 250 миллионов древесины за эту услугу. Ну что, здесь у нас будет обычный поединок, так же как и здесь. После него только мы получим с тобой первый загадочный пак. В общем, первая стадия вот этого нашего прохождения, оно идет впустую. Никакого, в принципе, никакой выгоды мы не получаем отсюда.
Ну что ты, шепот? Опять своих шептунов пускаешь? На тебе. Еще получи. Сейчас мы его ушатаем. Если он, конечно, сейчас чем не учудит. А ведь он может. Воу. А если я? Так, ну, а громобой этот у нас обычный. Это все-таки не защитник, так что он только кусать может, по-моему. А, нет. Извиняюсь, ребята, не только кусать. Да что ж ты такой тяжелый-то на разбор, а? Парнишка. Я понимаю, ты зеленый, конечно, 14 уровень не должен быть таким прям аж имбовым. Хиляться, я думаю, не стоит. Сделаем укусик и надрезик. Переходим с вами на вторую волну и смотрим, что здесь. Вот этот парень действительно похож на штормореза, в отличие от моего штормореза, да? Ух ты. Поехали, раз. Два. Добить сможем? Нет. Потому что нам атаку понизили, а так бы уничтожили бы его. Этот хотел бы, да, фаербольчик выпустить, а энергии-то нет, а? Жучара, но зато этот прихвост не смог. Давай, наверное, сделаю вот так. И укусик. Ну, он просто атакует. Ничего особенного здесь не будет. Вот. Но мы добиваем. Крутанем колесо. Смотрим, что нам здесь выпадет. Опять нет. Или да. Воу. Прилив сил. Я уже думал, сейчас все-таки древесину нам дадут. Но чудно как-то получилось. Так, ну что, этот поединок у нас проходящий, за который мы получаем с тобой загадочный пак. Окей. Всего лишь один? Ну это же круто. Это же круто, что он один. Давай-ка быстренько его сейчас утрясем. Так. Бинго. Кривет. Так, клывокрив, да, это у нас. Наверное, я сделаю вот так все-таки. Ты бич. Так, он делает укус у нас. Ай-яй-яй, могли бы критануть, и тогда бы ему была бы крышка. Вжаривает. Плюс усиление атаки сделал себе. Ну а ты чё? Вот так они решили, да? Ну и нафиг я это сделал? Скажу, вот, зачем я стал атаковать Громля, когда надо было вот сюда бомбить-то, а? Лишь бы не масуха. А то я манал. Массовая атака, плюс еще под усилением. А этот че? Воу. Из них никто ничего не стал делать почему-то. Я боюсь, что вон тот шитик сейчас фаерболта влупит. Он не упустит такого момента. С фулл энергией к тому же. Да ведь? Да ну. Что с тобой, Громелька? Я тебя не узнаю. Обычно они такой момент никогда не пропускают. Обязательно снарядом своим лупанут. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Рыба. Рыба 50 миллионов. Так, закрываем. Забираем пак. Сколько у нас? Две энергии всего лишь остается. Ну, мы получим с тобой 1400 тусклого янтаря. И все. И на этом будем закругляться. Некоторые способности позволяют драконам исцелить себя и своих соратников. Да, это мы в курсе. Это у меня как раз Шторморез и делает. У нас с тобой 3 груши и 8 прилив сил. Но я считаю, что это неплохой показатель, даже если здесь будет, ребята, сложный босс. То есть этого вполне нам хватит разбомбить. Так, вынесли. Здесь Скалотряс Хофер и Крылатый Ужас. Я, наверное, сделаю вот так вот. Начнем со Скалотряса. Я представляю, есть какой-нибудь такой, чтобы смог одновременно понизить и атаку, и защиту? Наверное, скорее всего, такого нету, да? Тут что-то одно. Либо понижает атаку, либо понижает защиту. А было бы круто. Но это была бы имба. Так, я сделаю вот таким вот образом. Сейчас хильнемся. Скалотряса, естественно, сразу уничтожаем. И попробую Хофера сейчас. Нет, уже не получится, потому что нам понизили атаку. Ну, это волна последняя, да, у нас получается. Окей. Сделаем так. Это все со своей заморозкой, ребята. Этот все со своей заморозкой чудит. Все, дочудился.
Так, глянем сейчас, что нам здесь выпадет. Древесина. 50 миллионов. Ну что, переходим на обычный поединок. И после него уже янтарь. А дальше уже пойдут мини-боссики и уже довольно хорошие награды. Паки, листики и тому подобное. Так, ты смотри-ка, а? Душители. Две штуки. Угу. Не хватает, да, чуть-чуть? Ладно. Сейчас начнут нам тут понижать броню, как всегда. Отвали. Вот, туда и делай. Так, давай сделаем сюда укус. Я думаю, хиляться не стоит пока. Для второй волны мы с тобой оставим все это дело. Добиваем. Так, а здесь у нас кто? Кревет, ага, громыль плюс шторморез. Допустим. Ну, кревет уже, как ты понимаешь, практически кранты. Но они успеют еще сделать походику. Опа. О, громыль повышает себе атаку. Зато кревет промахнулся. Так, минус креветик. Секунду, подожди. Давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Слушай, мне кажется, они сейчас уничтожат мне штормореза. Да. Громыль постарался на славу. Он остался один, я смотрю, да? Один он здесь ничего с нами не сделает. Мы его просто сейчас забомбим и все. Тем более он фиол. Сейчас быстренько все это дело прокрутим. Вот как-то так. Ну что, друзья, смотрим. Опа, содержит новичков. Ареновский пак нам с тобой достался. Так, это я закрываю и забираем с тобой 1400 тусклого янтаря. Все, ребят, энергия у нас закончилась. Сделать мы больше ничего не сможем. А поединков еще нужно будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поединков. То есть это 2 раза по 5 энергии. Да. Ну что же, отлично. Давай заберем с тобой награды тогда, которые... Что это тут? На рынке новые акции. Заберем тусклый янтарь 600. Подожди, а почему 600? Ага, 600 и еще тут 1400. А так, будьте добры мне. 2000 уже янтаря есть, да? Выходит. Плюс набор. Так, здесь нам выпадает шторморез, костолом, громобой и все. Так, и вот этот вот загадочный пак. 6 монет Одина, громобой, громыль, шепот смерти, ну и чуть-чуть ресурсиков. Вроде бы как все. Вам сообщение какое-то, что за... Не пойму. Так, ну здесь все, ребята. Все, что смогли, сделали. Так, у нас пак еще тут один созрел уже на открытие. Ужасное чудовище, шторморез, костолом, парящий прихвостень. И сразу же поставим следующий на открытие. Все, вроде бы, да? Больше нам здесь сделать нечего. А, эти еще прилетели уже. То есть прошло какое-то определенное время. Мы 3 часа, по-моему, ждали, да? Пока у нас будет доступна арена. Точнее, событие. Так, ты мне что принес? Ага, тусклый янтарь. Продолжить. Погладить рога. Лети, давай рога тебе погладить. А здесь тусклый янтарь. Всегда, ребята, выпадает практически тусклый янтарь, поэтому я ничего не удивляюсь. Бесплатная осмотрительность. Ну, вроде бы как и все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.